С 1 апреля будут увеличены социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. Минтруд России определил, что повышены они будут на 2%. Проект постановления правительства на этот счет размещен на федеральном портале нормативных правовых актов. Подготовлен документ Минтрудом России. Как будут пересчитывать пенсии в соответствии с посланием президента. По закону о государственном пенсионном обеспечении социальные пенсии повышаются раз в год. С 1 апреля настолько, насколько вырос прожиточный минимум пенсионера. По данным Росстата, за прошлый год он составил более 8400 рублей. Годом раньше он был чуть больше 8300 рублей. Таким образом, за 2018 год он вырос на 2%. Значит, настолько вырастут и пенсии по гособеспечению, в том числе социальные. В частности, пенсии повысятся у военнослужащих, участников Великой Отечественной войны, людей, пострадавших от радиационных катастроф и других категорий получателей. Всего пенсия вырастет с 1 апреля у 4 миллионов россиян.